чтобы у меня все было, а мне за это ничего не было. Возможно, руководствуясь таким девизом, покровчанин пришел в ломбард под видом обычного посетителя. Вот он заходит в помещение, изучает витрину, просит показать понравившуюся вещь, цепочку за 103 тысячи, а потом цап-царап, и был таков. Сотрудница ломбарда попыталась догнать злоумышленника, но куда там? Позвонила в полицию. Установить личность любителя золота полицейским не составило труда. Камеры видеонаблюдения зафиксировали все действия такого внезапного и порывистого посетителя. Им оказался 45-летний мужчина с криминальным прошлым, был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый заключен под стражу. Похищенное не изъято. Золотую цепочку злоумышленник успел сдать в ломбард в городе Саратове.